Всех приветствую, продолжаем знакомиться с персонажами мифологии. Пазузу, по сирийской и вавилонской мифологии, повелитель демонов ветра, сын бога Ханби, шумерской и аккадской мифологии и месопотамской мифологии в целом, Ханби или Ханпа, более известный в западных текстах, был богом зла, богом всех сил зла и отцом Пазузу. Изображался с человеческим телом, головой льва или собаки, с львиными лапами и когтями на ногах, с двумя парами крыльев, с жалом скорпиона и змеевидным пенисом. Часто изображался с поднятой правой рукой и опущенной левой, что символизировало жизнь и смерть, созидание и разрушение. Пазузу – демон юго-западного ветра, который приносил засуху и голод в засушливые сезоны и потопы во влажные. Фигура Пазузу нередко использовалась при создании амулетов, призванных бороться с зловредной силой – ламашту, который мог причинить вред ребенку и матери во время родов. Также Пазузу выступал в роли защитника людей от чумы и злых сил. Головы служили амулетами, защищавшими роженец и младенцев от нападения несущей болезни демоницы ламашту. У Пазузу есть два главных аспекта. Во-первых, как демон дома, как домашний дух. И во-вторых, как блуждающий демон ветра, пересекающий горы, где он представляет более дикий характер. Вот так вкратце из интернета описание Пазузу. В ассирийской и вавилонской мифологии повелитель демонов ветра и сын бога Ханби. Пока-пока, до свидания.